Делаю тесто. Основа дрожжи, сахар, теплая вода. В общем, подождал. Тут все это дело вспенилось. Потом сверху 2 яйца бросил сырых. Потом сухое молоко, мука. И вот сейчас все это дело размешиваю. Наверное, час-полтора постоит. И потом буду выпекать в казане. В общем, все делаю на глаз. Делаю первый раз. Посмотрим, что выйдет из этого. Замесил тесто. Вот так вот оно получилось. Ну, теперь подождем, пока оно... В общем, пока дрожжи поднимут тесто. В общем, будем ждать. Подошло тесто. Там, видимо, газы скопились. Сейчас замесю еще раз. Так, снова промесил тесто. Еще полчасика жду и вперед. Тесто подошло. Сейчас буду делать лепешки. Так, казан нагрелся. Сделал вот такие лепешки. Помазал желтком. А это белок. В общем, белком буду мазать снизу и потом прилеплять к казану. Так, ну, процесс пошел. Через минут 15 достану. Итак, проверяем. Что-то прям жженым запахло. Ух ты, надо же. Вот это поворот. Крышка не открывается. 15 минут много оказалось, ё-моё. В общем, 15 минут многовато. Нужно минут 10 от силы. Вторая партия. Посмотрим, что из этого выйдет. Какие страшные ужас. Ну, пойдет. Так, ну, продегустируем. Вот так вот он подгорел. Ну, первый хлеб в казане, надо привыкнуть по времени. Эта партия будет на 5 минут меньше жариться. Сейчас разломаем. Ну, вот так вот получилось. В общем-то, пропеклось. В общем, результат получился неплохой. То, что подгорело. Ну, ничего страшного. Но в целом получилось очень даже хорошо. В следующие разы он уже не так подгорит. Нормально. Сейчас покажу. В общем, вот такой вот результат. Вблизи. Я уже полбулки съел. Здесь, конечно, подгорело. Передержал. Но в целом неплохо. Ну что, вот финал. Это была первая закладка в кастрюлю. Вот такие вот они страшные получились. И вот вторая закладка. В общем, вот эти пеклись 10 минут, а вот эти 15. Вот она разница. 5 минут, и вот, пожалуйста. В общем, булочки, лепешки, как хотите, так и называйте в казане. Сейчас покажу, как пропеклись. Видите? Отлично. Сломал. Ну ладно.